15 сентября суд города Чусового осудил 4 молодых людей, которые напали на экипаж ГИБДД. Двое из них получили условное наказание, двое других – реальные сроки. Александр Хамитов был осужден на 6 лет в колонии общего режима. Илья Цивиков в ближайшие 7 лет проведет в колонии строгого режима, согласно вердикту суда. Но с подобным решением двое молодых людей оказались не согласны и обратились с кассационной жалобой в вышестоящую судебную инстанцию. Кассационную жалобу разбирает коллегия Пермского краевого суда. Примечательно, что в это время сами осужденные находятся за много километров от зала заседаний. Связь обеспечивается в режиме видеоконференции. И Хамитов, и Цивиков считают, что заслуживают более мягкого наказания. В кассационных жалобах адвокат Панфилова и осужденный Хамитов утверждают, что вина Хамитова по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса не нашла своего подтверждения. Приговор основан на противоречивых показаниях потерпевшего Малкова и свидетелей. После непродолжительного совещания коллегия судей выносит вердикт. Преступление против стражей порядка снисхождения не заслуживает. Приговор оставить в отношении данных лиц без изменения, кассационной жалобы без удовлетворения. Судебное заседание объявляется закрытым. Антон Шибанов, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.